Да, давай, пуляй, короче, это, начинаем бить. Сейчас за еще пачку приведу. Пятая пати хилы, варшама холи пауэр дру. Сейчас еще три тела Спасите. Приведу. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Да вы что творите? Сила на исходе, древнейший. Понапуливайте трэш на БДК, пожалуйста. Соединишься к своим друзьям. Ладно, давайте покикаем, кто ФКшит, наверное. Человек, который привел вторую пачку, не делай так больше, пожалуйста. Только что из-за тебя упали. Как его должно было отбросить? Пачка в другом конце стоит. Ну, наверное, он стоял спиной к этой пачке. И когда отбрасывает, ты спиной летишь назад, да? Мне казалось. Не-не-не, там третья аж пачка, которая далеко сагрилась. Я хз, как она сагрилась. Да видел я, какая пачка. Третья, которая ходит в патруль, это я вел. А как вы там сагрили, я не знаю. Я справа пошла агрить. Да какой напул? Просто нужно сначала, чтобы танки нагрели, а потом можно бить. И бить нужно цель, у которой есть мана. Вот кружок поставил. Если кто-то там всекает, а ОЕ там, это ваши проблемы. Вы будете умирать по КД. Давайте, ведем трэш опять. Хоть предупредил, что левую пачку агришь. Ну, я сказал вообще-то. Ну, не слышала такого. Слава, там чел спрашивает, фул ли РС. Не тяните кружок. ДК, на что вам хват дает? Каски, Орлин, кулаки, волшебные кресты или ноя кресты, волшебные отдыхаешь. Сейчас это, где еще моб один стоит, вон он. Бейте моба у шкафа. Сейчас я ворвусь, ты подходи, командира заберешь. Только заранее его выдели, а то ну, в просак попадешь. Подожди, у меня КД на притяжку, я только что моба притягивала. Выбирайте звездочку ДК. Там 3 ДК еще помимо тебя. Нужно подойти поближе. Не сейчас. Спасибо. Thank you.
Давайте после звезды кружок. Выбрали, убили. Пока что трэш в РК можете написать, если вы не на свой спик ролите, в котором идете, если на другой ролите, можете об этом написать. Сейчас еще в пачку врываюсь. Только ты смотри, когда они идут на тебя, не тяни. Ты тяни тогда, когда остановилась пачка. Типа иди назад сейчас, я подожду их. Слишком... Чтобы эффективнее твоя была притянута. Они сейчас подходят, да? Теперь тебе. Что це було? А, я, кажется, знаю, что это было. Тыкните, пожалуйста, ауру от огня. Вот. А я думала, это ты был. Они стоят на месте, давайте фулл АОЕ. Только таунты никто не жмите. Сильно на АОЕ давайте, я прям отойду, постою, посмотрю на это дело. Тут бой идет, трэш бьем. Нормально меня слышно или тихо? Нормально. Нормально? Сейчас, короче, к Севиане поедем. Этот филипец, я тебя кикну нафиг сейчас с рейда, понял? Пошли к этому, к Савиане. Ну чё ты его кикнул? Свистелку включает ПКД. Так. Давайте, приготовились. Фулл баф уже есть. Ты танчишь? Да. Надо было предупредить, я буду доспекнуть. Вдруг пригодится. Снимайте исступление. От мишки отойдите. Отойдите. Надо в десятку геру сходить, короче. Забыть. Мое вступление. Чем тебе твои трения не нравятся? О, неплохо. Так.
Так, в РК танки есть? А я отойду на минуту, сейчас вернусь. Метки вышли. Есть помощи места? А ШП есть у тебя? ШП есть. Заходи. Ну, за час управимся? Ну, да, две даже, наверное, за час убьем. Он летаем, да, и шкаф. Так, кто в танка может спекнуться? Вон есть паладин Марлин. У него протопал есть 6.2. Давай, спекайся, Марлин. Слава, я тут. Да, отлично. Стербу на пати. Ой, танчу. Ты основу танчишь. Угу, я понял. Тыкайте. Не умри, пожалуйста, как ракушка. Я аж в последнее время не играю. Все хорошо. Так, призыв, значит. Тебя суманули? Сейчас Марлин балкует. Все. Значит, смотрите. Каску по ДК, пожалуйста, дайте. Так. Северус Снейп на основе. Я первая копия. Марлин вторая копия. Давай, иди на уступ. Чек на пул. По бафам расскажи, что кому бафы, кто без бафов по рейду. Он ну уже давай. Говорил, что бафать. Ну давай, волшебные каски, Марлин кулаки, Ноя кресты. Марлин протопал, если чё. Может, надо бы дать? Хотите бафать, короче. Всё, начинать? Да, заводи. Цирк приехал. Так, под мордой не стоим. Ведешь в центр. Отводи от уступа, чтобы медикам там хоть было бить как. Вот сейчас ты немножко не в центр ведешь. Вот на портал немножко веди. Тут центр. Молодцы, что сказать. Так он развернулся тут. Страдание. Сейчас надо подождать. Сейчас я пока не могу использовать эту способность. Подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас надо подождать. Сейчас. Сильнее страдание. Я пока не могу использовать эту способность. В мире хватает героев. Болтар не оставляй. Болтар не. Ну Марлен, ну кто-то заберите, ебаный стыд. Живы. Подойти. Хватает героев. В мире хватает героев и без тебя. Хилов мало, да, я так понял? Свинжа не позволяет хилить так. А, ну короче, пёс знаю. Знаю я такую штуку, короче. Это называется, надо распределить хилов на каждого танка. Танков 3. Танчится 3 босса. Когда босс вырастает, у него вырастает такой кружочек, то есть фрейм под ним,
если этот кружочек вырастает, то вихрь, который вот бьет танка и убивает, если не отходить, вот этот намного больше будет дистанция, по которой он вихрь этот использует. Чтобы танки не падали, нужно, когда вырастают боссы, отдавать деф-абилки на первой копии по 35% деф-абилки, но это я отдаю, чтобы не умирать мейн танкам и остальным, нужно распределить хилов на каждого танка. Так как у нас не хватает хилов, придется кого-то спекнуть. Стербан, есть у тебя хил? Войд, да мы захилим. Пока появлялась третья копия, мы стояли в стане, БДК ушла очень далеко, понимаешь? Он уходил, меня откинул. Ладно. Не виноваты. Никогда. Так. Кто не виноват, говоришь? Повтори, я просто не расслышал. Кто не виноват? Танки тебя никогда не виноват. А, у меня? Почему? Виноваты? Давай. Сейчас, короче, виноваты танки. Потому что... Слава, а что у нас пук в рейде? Кто в рейде? Пук. Ну, не знаю. Так. Пук русско. Ну, просился он. Это самое. Короче, смотрите. Гайд для БДК. Сейчас я буду босса танчить. Тихо, иди первую копию будешь танчить. Чтобы не отбегать от хилов, нужно, короче, когда тебя откинул босс и стан прошел, нужно подбегать к боссу. Следовательно, хилы бегут к тебе, ты к хилам. Если ты ходишь, когда вихря нет, то хилам приходится стопать хил и бежать за тобой. Еще есть тактика для хилов. Я вот лично использую такую тактику. Нужно забежать за спину танка далеко, метров на 20, так как здесь дамаг только по танкам проходит, и отбегать от танка. То есть это будет проще, чем вы будете бежать за танком. Ну, так вы можете отхилить, отойти там вправо-влево. Попробуйте такую тактику. Вот, сейчас попробую я потанчить, может быть, хилам будет проще. Цирк приехал. Я пока не могу использовать. Брюха на порту. Вниз. Бой. Копия Северу Снейпа. Нужно подойти поближе. Ну как хилы, так проще. Хилы. Не хилят, не отвлекай. Пять. Да, будет проще. Так, небеса благоволят. Так, так. Я что, две копии бью? Угу. Все танки упали, кроме тебя. Я понял. А что, БР дать? Не, не надо. Сбивайте уже по женке, а там... Короче, без вас Лина без комментариев так и не научилась танчить. Все понятно. Зашли страшные события. Марлин то же самое. Либо хилы вас не хилят, либо вы не прижимаетесь вовремя. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Ну, я говорю, значит, хилы не хили. Хилы виноват. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетленной жестокостью. Но основной целью врага
Я не знал, там невозможно было профилить просто-напросто. Про... Линканите отхил по БДК. Ваншотом просто прошло на фулл ХП. Так, получено исцеление. Север Снейп, самоклейка 65 тысяч, Ноя 60 тысяч, Савельный 8 тысяч. В момент, когда босс вырос, мы нон-стопом по ней хилили, на тебе висела частица. Моего за хила не хватало, видимо, шаманского тоже. Ну, так тут один просто вариант, она под вихрем стояла, вот и все. Угнетали смерти линкани, они... Ну да, правильно говоришь, сейчас по стеночке идем, пожалуйста. Как только начал кастоваться вихрь, первую секунду меня убило. Нет. Тебя может во вторую. Омоложение, волна, быстрина, свет небес, омоложение, удар смерти, все. Короче, смотрите, вот Лина, ты умираешь, когда было... А 60к тебя крепит он. Когда было, скорее всего, вихрь и 33%, то есть появление второй копии, которой не было, на наше счастье, он крутит вихрь. А, блять, я все удалил, сука. Ну, короче, смерть от трех ударов вихря в стане. Тебе нужно было до стана, до 33% отдать незыблемость. Ого. Тогда удары по тебе шли бы по 12 тысяч, тебя бы захилили. Ну я не знаю, короче, тут, ну просто, ну ты не знаешь, короче, как прожиматься. Северус. Нет, перестаньте линковать. Марлин справа, трэш. Слишком Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Волшебно, дай каплю по медведю. Дала? Дал? Не вижу что-то на себе, длань жертвенности, такая красненькая капля. Нету, да, у тебя на панели, наверное? Дала? Отлично. Блин, сразу продолжается. Все. Смотрите, сейчас... по группам, кто что танчит, танчу свет, короче, о, тьму, лень, напуливаешь на меня, идем на ту сторону, Северус Снейп, остаешься, танчишь големов больших, ты танчишь третью фазу свет и голема, ну, босса и голема. Это же обычка. Это же обычка. Так, с Северус Снейпом остается Ноя, во тьме хилят, самоклейка и Эрдру. Вот. Кто еще? И этот Easy Way, выходишь в свет, помогаешь Ное. Диспелит первую третью Ное. Во тьме диспелит самоклейка. Первая, вторая. Так. Так, первая, вторая, выходите в свет. В том числе паладины. Третья, четвертая, остаетесь во тьме. Седдер, идешь во тьму. Мэджик, выходишь в свет, я вас перекинул патями. Все, чек на пул, ставлю лут. Любая смерть минус 100 кров. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Ты как говоришь, разряд танкования? Че? Минус первый сейчас будет, блять, по ходу разряду войны. Так задумано. Короче. То, что с метками выбегать, вы знаете. Куда выбегать к стенке, это вы тоже знаете.
Если кто-то косячит, минус 100 кров. Так, 3 секунды минус. Процент, секунд. Перевели. Сразу зашли. Входите, если посмеете. Чё вы ВДК не забафали перед пулом? Может сейчас забафать. У неё просто только мой кулак висит. Ладно. Начинаю крутить. Дай мне каску. Сколько процентов? 55. Так, во тьме там на 60. Седдер капли, да. Давайте. Портал вперед. Проходите. Первая, вторая. Ходите речь, магит. Этот. Ага, свету рот. Свету рот. Агро, агро, агро. Агро, агро, мы агро. Мы упали, Войт. Мы упали и сорвали агро. Но я упала. Да. И шаман тоже. Ну давайте тогда в лезвие заходите. Блять, я в лезвие не убился. Что за хуйня? Таких героев. Так, Лина, чё у тебя там? Напомнить, как агро набирать, что ли? Лина. Сколько еще таких героев? Почему с тебя срывают? Скажи мне, пожалуйста. Сколько еще таких героев? Небеса в огне. Стой в метеоре, что ты делаешь, Оксана? Стой в луже. Зачем ты бегаешь, тянешь время? Еще таких героев. Залетайте в инст, фулбаф. Что там, танк есть в РК у нас, нет? Вдруг убило бы, лол. Понятно, шурупчец в танка, спекайся. У тебя же про товар, да? Так а чё с тебя сорвали, агро? Оксана, залетай. Леон, залетайте, Вильс, пожалуйста. Восемь градусов. Болеешь? У меня самые выгодные цены. Ты монстр. Так. Так кто танчит теперь про товар? Ой. Ну шурупец танчит, ну, спек услышал. БДК тоже тут же стоит. Может ты, Кирюх, лучше потанешь? У тебя сокрот явно получше было. Я дамага больше, да. На дамага хватит?
Ничего, если не получится, то теперь. Алло, Войд, прием. Прием. Да, тебя не слышно, Войд. Давайте, Войда, блядь. Да, ФК что-то он. Да, он лут на себя поставил. Ну ладно. Так, чек на пул. У нас три танка. Ну нормально, подстрахуют друг друга. Кто танчит свет хотя бы? Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпало честь. Средь начала эры разрушает. И про товар. Бдилка только на БДК не вешай. Бдилка не забирает агро. Забирает. Нет. Передает записание скилла писать. Она дает агро в количестве 10% от агро цели бдилки. Передает, именно, забирает. Да не забирает. Забирает, там 3%, там на ней написано что-то. Да, неправильно вы прочитали. Как неправильно? Ничего она не забирает. Линканите, давайте все почитаем. Давайте, линканите, пожалуйста. Делать. Сразу заходим. Умерек, вы найдете лишь страдания. Ходите, если посмеете. Че, линканули? Нет. Так. Десять процентов. Уменьшаем получаемый урон на 3%. И перенося на себя. Все. И перенося. Она не забирает. Она дает огромное. Сколько процентов? 10%. В количестве 10%. Ой, это 9, блядь. Ее до этого и дают там топ ДПСом, там магом всем всяким таким, чтобы маг, ну, не срывал. Но он не забирает, он просто добавляет агро мага и все. Мага как было, так и остается. Давайте, приготовьтесь, первый так. Перед посланником смертокрыла. Здорово, всем. Здорово. Чё-то лагаю, блядь. Вы будете дыхание делить, танки? Ну кто знает, на всякий случай. Частицу не там дать. Свету рост из ДТ. Шепе. 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 Стербан, слышу, нормально слышу. Ты все там. Че долго стоишь? Бдилку читаю. Кто Эдрик под боссом стоял? Ты за что Пашу кикнул? Какого? Во тьме рост. Во тьме рост. Филипса. А ты кто? Мама разбираться пришла, наверное. О. Свет не бьем. Свет не бьем. Свет стоп дома. Кто-то смелый, вон Ретрик, вторая пати, заходи. Я его батя. Мишка, бей, перебегай и метку выноси сразу. Паладина не дождешься, не дошел. Друиды вообще не очень что ли? Свет не бьем, 40% у нас, дайте им выровнять. Все, давайте, бьете все. Что-то полчаса мы уже тусуемся долго, блин. Все, добивайте этого дурака. Ничего не стопаем. Даже прожимку не пришлось отдавать. Я тебе капли кидал. А, ну и хорошо. Так. Ролим чешку. У Оксаны вроде три не там.
на милика тапки. А, у тебя гер вообще красава. Как ты ее забрал? С ней... Даринону, Даринону он, давай. На ИП заходим. А пояс? Да, и пояс, да, пояс. Заходим на ИП, сейчас сразу вторую сходим. Портал. Так, кто-то еще перезаходит или уже можно начислить? Да-да, заходит. Задувал. А, ливнул с пати, да? Кем ты был? Подожди, сейчас, я тоже зайду, секунду, вот. Ага. Подождите секунду. Так, кто шурпчет заходит, да? А, или кто? Стербан, ты не покинул рейд и заходишь на перса. Да, на Steam захожу ДК. Прежде чем. Перса можно кинуть. Да, прежде чем заходить, чтобы у меня не было проблемы кикать вас или искать, кого кикнуть надо, надо ливнуть с группы и заходить на того. Ну я что забыл. Не забывай, это очень важно. Так, сразу сейчас во вторую сходим. Так, сейчас накину. Слушай, лучше сразу в ЦЛК. Вторую обычку? Да. Заходите на персов. Кто-то не попал в рейд. Вы не думайте, что вы одни. Сходите еще в одну РС-ку, там 20 минут делов. Не, у меня один перс просто. Я поэтому... Ну, кого один подождут полчаса. Сразу какой-то лок от 0 ГС желательно, чтобы сумонить всех, чтобы такой был персонаж в рейде надо. Танк, у кого есть танк, можете зайти потанчить. Если вам шмот отсюда не нужен, Алдеран, у тебя какой спек? Морден, у тебя про товар? Спекайся. Ну, Талик, конечно, шипы лучше, вроде как. Ну, там типа... Ну, Талик явно лучше, он по ГСу даже выше. А вот по... Если... Такой сейчас гер труба, можно подумать, событий там все. Там не то, что подумать, там от зависит от боя. Если быстрый бой, то Талик. Если бой долгий, то этот труба лучше будет. Алдеран, какой спек у тебя? Талик, конечно, без вопросов. Светодар Холипал, да?
Да, есть, но я могу в любой момент отойти, жду, когда мне шкаф привезут. Это займет минут 10 алка. Потом дальше я свободен. А, ну будь в холи-пали, пока трэш там, то все. Хорошо, не, я буду, я отойду на 10 минут, потом вернусь обратно. Да, я не знаю, просто когда его привезут, вот жду. Я в ДЦ быть пока. А, да, кстати. Так, Даксон, чё это у нас? Даксон, ты сова? Матмас, какие спеки? Давай с ухом тогда. Даксон, чё ты? Сова, да? Тоже сова. Давай в дерево, как раз вспомнишь. Давай в дерево, Гран. Ой, это у тебя два друида? Ага. Да. А чё? Сколько варов? Три. Так, я так понимаю, персов ни у кого нету, да? Есть люди, у которых есть танки и хилы, но вы, наверное, не пойдете во вторую резку, потому что это долго, и потому что... И потому что вы не хотите помочь с гильдейцам одеться, помочь пивоводке, помочь силдвеллеру, помочь акрофобии, помочь задувалу сролить шмотку. А я тоже могу локом во втором окне. Ну, онлайн 30, до этого 20 было. Собрались как-то. Кто там любит дрочить вечно в переписке? Вот напишите, РС, там все дела. Кто там что дрочит? Привет. Здорово. Да, тут вот вторую РС-ку собираем. Люди что-то в потолок засмотрелись, онлайн растет, а в рейде количество людей не растет. О, Дилайн танк, красава. Я уж думал на танк заходить. Надо от противного, не ходят в обычки, не пускать в геру. Бред. Это ерунда. Если так делать, я не буду люди пойдут из. Геру там совсем другие люди идут, там игроки другие, персы другие. Понятное дело. Нет, ну есть у кого-то персы для геры и у какие-то еще одевается для обычки, например. Ну просто. А у некоторых нету. Они отмажутся, что у нас типа времени нет, так. Я уж не буду говорить, что Лина там могла бы сходить, она типа болеет там, температура 38, так что ладно. Да не, ее трогать не нужно, пускай выздоравливает. Еще она уже неделю, наверное, температура. И так может, если она болеет, ты лучше не брать ее БДК?
Не, ну, ну если хочешь, пускай идет. Я не знал. Не, если хочешь, пускай идет. Если не может, то в любой момент, ну, когда ей нужно уйти, то, конечно, то есть, ну, как бы это нормально. Отпустить. Ну, и вообще, спасибо, что она была. Больная барышня, которая, когда слакала, говорила, у меня температура, не, из рейда. Это девушка очень хорошая, на самом деле, мы с ней общаемся, то есть, ну, как бы она не всегда болеет. Интересно, все равно. Просто у нас была одна такая классная девушка, не знаю, Вой точно ее помнит. Кошкость? Не, Джерри, она любимица, Хант у нас была, Дезайр. А, я помню такую. До сих пор ее хочет в гильду взять. Мне кажется, она какая-то, ну, извиняюсь, пизданутая. Ну, не знаю. Ну, она какая-то быдловатая, я так слышал. По ее общению. Конкретная негодяйка, короче. Ну, два танка есть, 5 хилов есть, я не знаю, что мы ждем. У нас 5 слотов не хватает, 20 тел убьем. У нас не хватает только шкафа. Пойдемте на выход, суманем всех. И убьем это дерьмо. Выйдите одно тело. Кого сумон плюс? А, сейчас еще рукаленка. Так мы еще потом 2 хилов спекнем на Халионе в ДД и нормально. В Тасе. Ну да. Ну ты с холипалом в тьме, холипал в свету и все, а мы повсекаем с кем-то. Ага. Так, с умонем я там не вижу, кто где. Я сейчас прилечу. В норме лут по роллу и ЕП получаешь за рейд. Так, кого там еще сумонуть? Вы все вырез уже. Так, Кёрс, Даксон. Даксон нас умолвили, Кёрс. Кёрсу дали сум. Ага. Чекни на АФК тогда. Да вроде все тут. Заходите в инст, агрите трэш. Про товар слева и иди троих. БДК справа. Дала им ты в руках? Да. Ага. Нормально все. Ну ты ж танчик. Все, херачим этих дураков. Давайте активнее. Вот поставил кружочек, это значит надо бить их. Этого кружочка в первую очередь. Морден врывается, Далайн вытягивает. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Thank you.
кружок бейте. Они вроде сейчас должны встать на месте, можете АУЕ дать. Давайте пробуем АУЕ дать. Сильно АУЕ. Он дураков еще приведи в кучку. Пускай идет командир, вытаскивает оттуда. Кто вытаскивает будет? Где тебе плюсуют там в гильчате? Бля, у нас будет пассивный монореген. Удивительно. Удивительно. Этот Светодар, что там, шкаф тебе привезли, не? Нет, жду. Я не знаю, когда его привезут. Могут и через час, могут и через 5 минут. Но если что, ты скажешь, в РК офнишься там, мы без тебя захилим. Да, хорошо. Поставлю тебя в тиму по умолчанию. Если офнишься, мы там с другими хилами будем. Да, хорошо, без проблем. Ну просто, чтобы один хил на подхвате был, потому что там человек развозит, там не только я. Там еще много объектов, поэтому там быстро нужно будет выскочить, забрать это все. Ну крикнешь, типа, я у Светодар офнулся, если офнишься, я убью. Хорошо. Хорошо. Ну, он поставил мне метки там. Помощь. Давай, про товар вырывается. Твоя сила на исходе, древнейшая. Ага. Утягивай. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Давайте. Они встали вроде как на месте, так что давайте фулл АУЕ. Я пока не могу прочитать это заклинание. Только не тонти. Цирк приехал. Плевать. Кого-то сагрили? Ага. Ну, придется упасть. Не бегайте, встаньте под боссом. Можете добить этот вот квадратик. Кто там живой еще, добейте моба пробудителя квадратик. Ага. Бьем. А я что, упал? Ну, я не знаю, хотите босса бить? Не, вы его не убьете. Надо трешак добить сначала. Ну ладно, короче.
тогда светодар БДК. Пока босса не бьем, бейте трэш. Даксот, подними Алдерана, а Матмас подними Войда. Матмас, Войда. И хилим. Пойду танка похилим. Извините, мана, я немножко не готов был к этому боссу. Видите, аксессуары стоят. Антихам дай на ману, гим. Все, я сел по ману. Значит, Фриэль дай на ману. А, да. Значит, задувал. Как ник твой? Светодар? Я вспомнил, хилный мана. Все, смотрите, сейчас, короче, про товар. Чаржишься в копию. И когда скажу, глухую отдашь. Там еще трэш сейчас... загрели. Зачем трэш вы нагрели? Ладно, бейте босса. Про товар сейчас копия, приготовься. А, все, упал. Давайте упадем. Потом ману лестницу, все нормально сделаем. Кто, говорит, трэш, может, кто видел, кто это делает? А это задувал, нечаянно сагрил. Ну тогда под босса забегите. Не бегайте по инсту, кто там бегает. Давайте. Сейчас он сведется, резаем ману. Заходите. Заходите, Винс, сейчас этот трэш убьем. Вот этот патруль. Веди, Далан. Кружок поставил, как убить первого. Так, а столик был там у вас, не? Маги, дайте столик. У нас рыба есть. Ну все равно дайте столик, пригодится. Тыкните, кто там из магов столик. Алло. У меня уже достаточно таких предметов. Ну, нормально. Все, бейте этих дураков. Паладины есть у кого-то протопал? Наверное, нету. Акрофобия есть про товар у тебя? А кто уголы, ты умеешь танчить? Давай попробуем спекнись в танка. Сейчас трэш добьем. Попробуешь подержать третью копию. Вторую будет танк, вар держать. На основе будет БДК. У нас 5 хилов, короче, 2 холипал. Я в ШП? Не, нет. Волониры даже. Не, будь, потому что танки умрут как тряпки. Их надо будет зубы там давать всякие. Не знаю, как Далайн отбегает. Пошли кто-то на выход с умонем по ветру. А, да. Все, тогда стойте здесь. Стойте, стойте. Короче, Дилайн давай на основе. Пол литра первая копия. Актулгалы в ДД обратно. А Морден третья копия. Значит, смотрите, чтобы захилить танков, частицу. Светодар дашь на палитру, хилишь МТ
А этот? Крестик он там. Так. ДЦ хилишь МТ, я хилю про товара. А Алдрель, короче, трой друид хилишь, как его, палитру. Ну, типа за ним бегаешь прям. Все, чек на пу. Давай, давай, это, заводи. Цирк приехал. Что-то ты... Надо подождать. Ты ведешь опять не туда. Ты понимаешь это, да? Сейчас в пне в этом, прям в дереве появится копия. За корнем. Но я уже не отведу его. Там, я понял. Короче, сейчас палитра заберет на 66. Твое сильнее страдание. Че, я не понял, копии нет, что ли? Да. Отлично, палитра заберешь. Везет. На 33%. Да это не везет, это, блядь. Уф. Палитру испугались просто боссы, блядь. Надо подождать. Ну его нахер, думаю, сейчас затанчит нас, блядь, соло. Хорошо, если палитру, а не Войда. Да, меня никто не боится. Да. Вот появляется копия, палитра забирает. Все, подбежали к танкам, хилим их. Ну, сколько плюх словил. Я пока не могу прочитать. Все, лям, добивайте. Пошли это, палитра слева, трэш. Ой, а чё? Какой трэш, чё этим забили? А, блядь. Я забыл, что мы Савиану не били. Ну давай, давай, прям сейчас начинай. Херачим эту дурака, этого дурака. Черные драконы явились из ниоткуда. Я думал, мы ее убили. Мы даже не успели понять, что происходит. И мы сразу перешли ко второму. Мы, братья, к самому сладкому. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Горите в огне хозяина! Была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Надо
Так, по стеночке забегаем в комнату. Политера по танчу слева мобов. Далайн на боссе, протовар справа мобов. По стеночке бежим, чтобы не согреть босса раньше времени. Бегите быстрее в комнату. Так. Начинай, Далайн. Дайте кулак друидам, пожалуйста. Дайте кулак друидам. А там начинай, рога нет. Рога это палитра. Давай зовут. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел. Голы дай длань жертвенности на Делайна. Прожимки готовьте там. Слуги, обратите их в пепел. Там голод в ШП? Нет. Придется лица. Потому что тут Светодар может за шкафом уйти. Короче, ДЦ и Харлей хилите свет. Два друида хилим тьму. И Светодар тоже. Светодар, если это идет, мы вдвоем останемся. Надеюсь, не помрем. Тьму танчишь. Далайн, начинаешь и танчишь тьму до конца. Марден, остаешься в свету. Танчишь свет. Сейчас мы кое-что сделаем. Так. О, а забирай, он там просится. Длинноухий. Ага. Шамами. Пойдемте сразу на сумон. Идите, сумоните шамана. Так, тогда. Слышь, Слав, там, может, БДТ будет, я могу БДК потанчить. Арма просто повисит. Да не, будь рогой, тут нормально. Это самое... Этот, Светодар, есть у тебя ретрик? Да, есть. Давай, в ретрика, если что, вылечишь, не страшно. Так, все-таки Фриэль опять в ДЦ оставайся. Чтобы... Я уже спехнула. Не, ну чтоб спокойно было, мы во тьме с шаманом будем втроем. А ты с холипалом. Вроде не вылетит. Так, и какого-то ханта. Так, Кёрза мы во тьму кинем. Кого-то еще надо. Не, нормально. Так. Короче, вот так. Суманули шамана, да? Ставлю лут по группам. По группам. Первая, вторая, выходите в свет. Марден, остаешься в свету, ты танчишь свет. Когда выйдете Тирагоса и Нишимба, дадите на пул на Мардена, чтобы не сорвали там окров в свету.
Ой, там правда Даксон код, ну что, во тьму отправишь. А, Даксон код, ну так это самое, тогда во тьму иди. Керза тогда верну обратно в свет. Керз тоже на пул, на протовары давай. Вот, Морден, дашь бдилку Shadow Morn, у него должно быть самое большое агро, надеюсь. Да ну, я ж зайду в тьму, да, а потом выйду к Холипалу. Да, да. Харлей, слышишь меня в РК или ты вроде без РК? Да, слышу. А, красава. Это самое, остаешься с Морденом, ждешь третью фазу. Так, третья, четвертая, остаетесь во тьме. Блять, тут бибикает. Так, третья, четвертая, остаетесь во тьме. Первая, вторая, выходите по хилам. Фриэль и Харли на третьей схилите свет. Харли остается, Фриэль выйдет потом. Так, два друида и шаман хилите тьму. Рост дадим, наверное, перед выходом. Так будет лучше. Чек на пул. На диспел. А, диспел. Ну, диспел. Фриэль, первую, третью фазу во тьме диспелит длинноухий. Умеешь диспелить? Первую фазу диспелить? Во тьме, просто во тьме. А, во тьме, окей, я диспелил. Все, красава. Это самое. Далайн, начинай. Кто умрет, минус 100 крова. Давай, херачим этого дурака. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Бежали. Оттянитесь от босса, сова, отойди от босса. Сейчас метеор будет. 3% еще. Бежали на ту сторону. Как фаза будет, так ту уголы выноси к стены. Подходи уже к центру босса. Так. Заходи. Заходим. Давай, Геру, шаман, Геру, нажимай. Чик, выходите, первая, вторая. Первая, вторая, быстрее на выход. Буду говорить, какой группе стопать, все остальные бьем пока. Пока все бьем. Так, во тьме третья группа стопаем, все остальные бьем. Давайте. Ух ты, блядь, Даксон, красава. Что ты сделал? Так, все бьем, пока там метеор у вас. Смотрите, живите. Так, акрофобия выноси. Фаермаг выноси. Так, первая группа не бьем, все остальные бьем.
первая группа вообще не бьем, все остальные бьем. Так, первая группа как слышно, не бьем. Не бьем, не бьем. Ну тогда вторая тоже не бейте, потому что в свету у вас, ну вы поняли, 30% это значит, что вы сильно дохуя бьете. Shadow Mord, не надо, не кастуй меня. Он прожался еще много. Пока свет покурите. Всего 50 у нас. Все, 50, значит, бей. Так, во тьме третья группа не бьем, все остальные бьем. Да пускай бьют, мы сейчас будем бить, нормально все будет. Так, Харлей там выноси, ну это все бьем. Так, первая группа стопнуть. А, все, бейте, короче, дамажьте. Можете из света кто-то зайти во тьму, потому что в свету много дамаги. И добивать 2 миллиона. Только 30 не делай. Во, нормально, все, бьем, добиваем. Даксон, как ты? Тут еще в лезвие бежал специально. Сука, кто-то где спылил. Че, у вас кто-то упал, свету там тоже, да? Тирагоса, рольте миличешку. Хуйня. Блин, вот чешки наоборот упали. Хожу, я надо достать. Поменять, что ли, тактику. Первым иду миликом падает на РДД, вторым иду РДД падает на мили. Бывает, плащ рольте. На танка на мейн рольте. Ага. Это все на мейн, а кто уголы ты получала на это? Акрофобия на мейн ролишь? Я же сказал на мейн. На ИП заходит. Мордену отдал, так как он танковал про товаром. А кто уголы чешку забрал на РД? Забрала или забрал? Так, кто-то еще заходит на ИП, сейчас с ЦВК пойдем. Да-да, заходит. Давайте, заходите и ливать с группы не забывайте. Так, кто-то еще заходит на ИП? Или начислять можно? Так, Ваня начислил, четырех вроде не было, или троих. Короче, начисляю. Так.